80-летний юбилей отмечает сегодня Зоя Николаевна Петруненко. С этой замечательной датой вас, Зоя Николаевна, от всей души поздравляют администрация и профсоюзный комитет Открытого акционерного общества «Торгмаш». Кто сказал, что день рождения – грустный праздник? Это сказал человек, у которого состарилась душа. Но это не про вас. День рождения, тем более круглый юбилей, это веселый праздник. Он наполнен приятными встречами, щедрыми подарками и самыми теплыми пожеланиями. Мы очень рады сегодня разделить с вами радость этого события. От всей души желаем вам неистощимого здоровья, материального достатка и побольше поводов для праздников и веселья в кругу родных, друзей и коллег. Пусть судьба подарит вам много-много дней рождения, в том числе и самый круглый юбилей с двумя нулями – вековой. Будьте молоды душой и сильны характером. Пусть будут силы на любимые дела, пусть душа будет спокойна, а вы окружены любовью и вниманием самых дорогих вам людей. Долгих и счастливых лет жизни вам с юбилеем! А вы сегодня такая красивая, будто солнышко, светитесь ярко, всех улыбчивее вы, всех счастливее, вы так рады вниманию, подаркам. Что за цифра такая, семерка? Это счастье, везение, удача. Ну а ноль – это как оговорка. Этот ноль ничего ведь не значит. Так не прячьте своей вы улыбки и отбросьте любые сомнения. Поздравляем вас с невероятным и прекрасным таким днем рождения!